Поздравлять самые крепкие пары региона в День семьи, любви и верности для активистов «Молодой гвардии» и «Единой России» стало уже традицией. Чета Маленкиных 16 лет идет рука об руку, оба музыканты. А началась их семейная история с любви к профессии. Оксана – солистка фолк-бенда «Колокол», а Сергей – балалаечник-виртуоз, один из музыкантов коллектива. Также он играет и в знаменитом ансамбле «Владимирские рожечники». Для супругов музыка стала не только секретом крепкого брака, но и успешного воспитания детей. Музыкой занимаемся все. Дети, старший сын поет, выступает на площадках города. Уже есть в копилке несколько грамот почетных, диплом лауреата есть первой степени. Также Ванюшка занимается на барабанах, на барабанной установке. Средний пока вливается, так сказать, в эту тему, но больше стеснений проявляет. А маленький Феденька, я думаю, что он точно будет певцом, как мама. Семья не только занимается музыкой, но и общественной деятельностью, благоустройство территории, помощь нуждающимся и благотворительные концерты. Недавно приняли участие в фестивале молодых семей «Добро в действии», где каждая семейная пара может сделать доброе дело. Организатором конкурса стало региональное отделение «Молодой гвардии». В честь праздника семье Маленкиных активисты вручили памятные подарки и поблагодарили за участие. Мы в течение всего лета будем приезжать к семьям, которые активно принимают участие в данном фестивале, и будем поздравлять их. Семейные ценности – это одно из главных приоритетных направлений, которые мы должны поддерживать. Мы проводим фестиваль «Добро в действии» для семей, для того, чтобы сделать как можно больше добрых дел. Семья Маленкиных – это огромный пример для многих. Помимо того, что они воспитывают троих детей и занимаются творчеством, они постоянно участвуют в общественной деятельности. Павел Кутузов отмечает, что в этом конкурсе дипломы и подарки не главное. Важнее пример, на который стоит равняться. Ведь главными семейными ценностями на все времена по-прежнему остаются любовь, верность и доброта.